Добрый день. Мы находимся перед проходной предприятия ТМК «Трубный сервис», город Муравленко. Здесь расположен цех по сервисному обслуживанию, ремонту нефтепромыслового оборудования. Ну, добро пожаловать. Посмотрим. Наше предприятие оказывает услуги нефтегазодобывающим предприятиям нашего региона. В частности, занимается ремонтом трубы НКТ, обсадных труб и сервисными услугами по доставке данного оборудования на скважины. Оказываем услуги АО «Наябснефтегаз» и «Роснефть». Значит, ремонтом труб задействованы у нас операторы, токаря, опрессовщики, дефектоскописты, контролеры. Сейчас мы подходим к административно-бытовому корпусу, где у нас бытовые помещения. Производство у вас работает в круглосуточном режиме? Да, круглосуточный режим, как и нефтяники. Сколько труб у вас в день ремонтируется, проверяется? По плану у нас 660 штук в сутки должно отремонтированные трубы быть. Плюс еще отбраковывается труба, которая непригодна к дальнейшей эксплуатации. Часто ли такие трубы вообще попадают, которые отбраковываются? 40%, наверное, отбраковываются у нас. Скажите, здесь столько труб, что это? Здесь у нас стеллажное хозяйство, на котором мы храним трубы, которые получаем новые со склада для завоза на скважины. Отремонтированные трубы, трубы, которые ожидают ремонт, ну и окончательный брак. А вот эти вот трубы в частности? Эти трубы вывезли со скважины, они ожидают ремонта у нас. Потом эти трубы поступают в цех мойки, где их отмывают от загрязнения. И потом уже передается в цех ремонта, где у нас стоит линия по ремонту и испытанию всех этих труб. То есть, получается, эти трубы отмываются и дальше работают дефектоскописты, правильно я понимаю? Да, там дефектоскопия, нарезка резьбы, опрессовка, клеймение. А куда отремонтированные трубы уже попадают? Отремонтированные трубы по заявкам бригад мы завозим на скважины, где их спускают в скважины. Скажите, а сколько вес одной трубы? Ну, вес трубы зависит от ее диаметра и длины. Ну, вот самая распространенная, вот 73-я труба, 10-метровая, ну, порядка 100 килограммов одна весит. 60 миллиметров, 70 килограмм, 89 миллиметров, 140 килограмм. Мы зашли в административно-бытовое здание. Здесь у нас два этажа, расположены кабинеты ИТРовских работников, мастера, раздевалки. Сейчас идем по переходу, который ведет в цех по ремонту трубы. Это плакаты по технике безопасности, чтобы люди помнили, что находится на опасном производственном объекте и соблюдали элементарное требование безопасности. Сейчас мы в цехе по ремонту трубы. Вот оттуда поступает труба у нас с приемного стеллажа и идет по линии ремонта, которая включает в себя дефектоскопию, нарезку резьбы, опрессовку, клеймение. Все работы автоматизированы у нас. Вот из этого у нас дефектоскопия. То есть труба проходит через дефектоскопию, определяются внутренние дефекты, где она частично отбраковывается, и поступает на токарную обработку, где нарезают резьбу
меняют муфту, после чего проходит на прессовку. Вот за синим, работа, да, вот? Да, 4 станка, ЧПУ, и за синим забором опрессовочный пресс. После чего происходит сушка, набивают преддетали на трубу, чтобы резьба не билась, и происходит клеймение на том участке и выход из цеха. Сейчас мы подходим к станку ЧПУ, на котором работает оператор. Занимается нарезкой резьбы и отрезкой дефектных участков. Скажите, пожалуйста, во сколько у вас начинается смена и чем вы вообще занимаетесь? Смена у нас начинается в 8 утра и до 8 вечера. Работаем по 12 часов. Ну, соответственно, присутствует обед, час у нас и технические перерывы по 15 минут 3 раза в смену. Занимаюсь на данном участке, это ремонт НКТ. То есть производится ремонт труб НКТ типа размеров 60, 73, 80, 89 это в плане. То есть труба загоняется в станок, отрезается дефектный кусок трубы. То есть я визуально определяю, сколько мне нужно отрезать. Бывают замятости, рванины, черновины и раковины. Отрезается дефектный кусок, при этом нарезается новая резьба. После нарезки измеряю калибрами. Вот находится на станке гладкий технологическое кольцо накачения, то есть овальность, конусность, и резьбовым, то есть натяг, соответственно ГОСТу нашему 633-80. Это муфта, которая необходима для соединения двух труб. То есть у нас навинчивается неразъемное соединение, то есть в цеху соединяется. То есть то, что вы отрезали, чтобы была полностью труба, полная, да? Да, для месторождения. Да, чтобы там на месторождении было проще собрать. То есть смазывается муфта резьбоуплотняющей смазкой для герметичности соединения. Я ее накручиваю вручную, и при этом у нас существует, согласно ГОСТа, я определяю, соответствует ли навинчиво. Вручную мне должно две нитки находиться за торцем муфты в сторону тела. Если соответствует, я отправляю. Ее дальше она идет на нарезание ниппеля на дальний станок, ниппельный. И потом она идет на муфтоноворот, то есть где происходит свинчивание уже машиной муфта-ниппель. Ну вот в вашей работе что самое такое сложное и, может быть, более такая тонкая работа? Это следить за инструментом, за целостностью, чтобы не происходило брака в производстве. То есть и следить за размерами, чтобы они соответствовали ГОСТу. Потому что это и качество соединения, это и герметичность соединения. Вот необходимо постоянно следить за качеством режущего инструмента. Это гребенки и отрезные пластины. Но у вас практически весь процесс получается автоматизирован, да? Да. Я произвожу подналадку станка, то есть перестройку, переход с одного размера на другой трубы, то есть перестройка станка, переход по програнам. Соответственно, подбиваю корректировки, то есть корректирую размеры, сами параметры резьб. То есть натяг больше, меньше, длину резьбы увеличить или уменьшить. Угу. Вот это все входит в мои непосредственные обязанности. А каждый, вот скажите, сможет научиться и управлять вот этим вот аппаратом и вообще выполнять такую работу, которую выполняете вы? Было бы желание, и все возможно. Было бы желание у человека научиться, и всему можно научиться. А сложно вот этому учиться? Или все-таки должны быть какие-то определенные навыки у человека? Ну, хорошо, когда у человека проходило обучение вот на токаря, которому проще, он знает заточку инструмента режущего, установку его. А человеку, который переучивается, немножко тяжелее, но все возможно тоже научиться. Как видите, у нас производство полностью автоматизировано. Цеха теплые, так что зимой не холодно. Приглашаем всех, кто нас слышит и видит, к нам на работу. Нам требуются операторы станков с токарным управлением, опрессовщики труб, контролеры, дефектоскописты. Так что приходите, не пожалеете. Спасибо вам большое за экскурсию. Всего доброго. До свидания.